зачем застекли свой балкон или окна в квартире, советую посмотреть эту программу. Сегодня расскажу о новинках и возможностях современного остекления, чтобы вы могли выбрать подходящий именно вам вариант. Коротко о главном. Пластиковые двери, которые расширяют пространство. Почему при выборе окна нужно обращать внимание на зеленую полоску? И какие окна непременно украсят ваш загородный дом? Решила начать с чего-то необычного, нестандартного. Портальные дверные системы. Внушительная конструкция, но очень надежная. Профили усилены, армированы по всему периметру, каленое стекло и, конечно же, немецкая фурнитура. Открываются легко, раздвижные двери экономят место. Представьте, сколько света и пространства будет в комнате. Также можно сделать ламинацию, выбрать дизайн под дерево. Или остаться верным классике. Белоснежный профиль везде актуален. Портальные дверные системы меня покорили. Безусловно, будут хороши в коттеджах, загородных домах. Продолжаю рассказывать о том, как застеклить свой балкон или квартиру, чтобы все родственники и друзья обзавидовались. Любите белый цвет? Я тоже его очень сильно люблю. Он расширяет, освежает пространство, делает его легким и воздушным. Поэтому, чтобы максимально продлить наше с вами эстетическое удовольствие, производители в современных оконных системах используют высококачественный пластик, который не тускнеет со временем. И окно будет белоснежным весь срок своей службы. И красноярцам такие окна нравятся, как доказательство сверкающий белизной пластиковый окно и дверь, которые установили недавно в одной красноярской семье. Согласитесь, приятно посмотреть. Также усилиями сотрудников крупной производственной компании был сделан угловой шкаф, облицовка пола, стен и потолка. Не устаешь любоваться и восхищаться тем, какими могут быть красивыми окна. Кстати, видите эту зеленую полоску? Это заглушка фурнитурного паза. Цвет может быть белый, черный, но именно зеленый, как знак качества, выбрали для себя ответственные производители. Будьте уверены, такое окно послужит вам и вашим детям. Если вас раздражают посторонние звуки и вы любите тишину, то советую обратить внимание на шестикамерный профиль. Он обладает максимальной звукоизоляцией. Сделан из инновационного высокопрочного пластика, поэтому армирование ему не требуется, что делает его еще более теплым. Приятно то, что сейчас шестикамерный профиль по цене пятикамерного. Можно воспользоваться моментом, пока компании раскручивают новинку. Ах да, гранитный подоконник. Восхитительный, роскошный, и другие эпитеты будете подбирать к нему уже вы, когда увидите его своими глазами и прикоснетесь своими руками. Есть возможность выбрать расцветку. Представьте, какую предпочли бы вы. Планируете построить свой загородный дом, обязательно нужно продумать, какими будут балконы. И здесь можно разгуляться, потому что сейчас термолоджии можно сделать разных форм. Полукруглые, трапециевидные, благодаря эркерным соединителям. Они усиливают конструкцию и дают возможность установить ее под разным углом. Например, как в данном недостроенном коттедже на втором этаже еще планируется термобалкон. Но зато весь дом уже застеклен. Панорамные окна смотрятся эффектно и открывают шикарный вид на участок. А ваш балкон специалисты утеплят вам так, что останетесь в нем жить. Натяжной потолок, система теплый пол, герметичные окна – все качественно, красиво и с гарантией до 20 лет. Спонсор программы – Махаон. Комплекс домашних решений. До конца месяца при заказе термобалкона под ключ. Теплый пол в подарок, а на окна скидка 50%. Беспроцентная рассрочка, дополнительные скидки пенсионерам. Звоните прямо сейчас 228 70 88.